Дмитрий Евгеньевич! Дмитрий Евгеньевич! Дмитрий Евгеньевич! Я здесь? А, я вас ищу. Я был у Екатерины Семеновны. Как раз по этому поводу. А. Довожу до вашего сведения. Пока Екатерина Семеновна не придет в себя, в ее палату могут входить только трое. Я и они. Понятно? Да. Кроме нас никого. Ясно? Да. Угу. Не понял. Дмитрий Евгеньевич, пока медсестра не придет в себя и не расскажет, что случилось... Я под подозрением? Дмитрий Евгеньевич, в последнее время с вами связано много негатива. В общем, будет лучше, Дмитрий Евгеньевич, если вы пока не будете здесь оперировать. Это шутка. Какие шутки? У меня здесь основная практика. Что это за балаган? Если вы меня подозреваете, звоните в полицию. Причем здесь мои пациенты? У вас практика, а у меня больница. Я должен заботиться о ее репутации. Вы в первую очередь должны заботиться о безопасности своих сотрудников. Что вы себе позволяете? Я уверен, это просто несчастный случай. Екатерина Семеновна это подтвердит, когда очнется. Случай? Да. А вы знаете, что вчера перерезали кабель видеонаблюдения? Так? Так! Это тоже случай? Вы просто пользуетесь, что она одинока и некому вам помешать. Да как вы смеете? Вы отстранены! Все, хватит! Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Здрасте. А Ярослав Владимирович у себя? Да, он ждет вас. Ага. Михаил Алексеевич. Да. Я вам очень признательна, что вы вчера приехали. Мне правда больше не к кому обратиться. Тем более, что вы теперь все знаете. Ну, всего я и теперь не знаю. Вы вчера были расстроены, я не стал задавать лишних вопросов. А что вы хотите понять? Что мы будем с этим делать дальше? Мы. Сегодня в обед я жду вас в том же кафе рядом с вашим домом. Придете? О, привет. Я переназначил все твои операции на другие дни. Вот утвержденный Терентьевым план. Глянешь? Самые сложные операции я буду делать сам. Надеюсь, ты на меня не обижаешься. Я был против, но Василий Петрович, он... Поджелудочную экстрипацию пищевода я бы не откладывал. Хорошо, я Белле скажу. Угу. Хорошо. Тебе видней. А что ты на меня дуешься? Я не дуюсь, Костик, я негодую. Главврач делает из меня козла отпущения, а всем наплевать. Терентьев свирепствовал. Что я мог сделать? Действительно, что может сделать заведующий отделением, в кабинете которого, между прочим, обнаружили медсестру с пробитой головой? Ах, вот что! То есть ты думаешь, что я свою задницу спасаю? А кто в кабинете ночует? Да я не ночую, Костик! Я работаю! Сутками! Я никак не думал, что меня за это сделают крайним. Да никакой ты не крайний. Понятно, что таблетки подменили. Это факт. И сделал это кто-то из тех, кто был на видео. Пускай этим занимается этот выскочка-адвокат. Я тоже не уверен, что Грицук умер своей смертью. Только это еще нужно доказать. А Глебову это, судя по всему, не на руку. То есть ты думаешь, у него есть какие-то на это причины? Thank you.
Скажи Белли, если ей что-то не ясно, пусть мне позвонит, я ей все по операциям объясню. Хорошо. Мои студенты придут, отправь их в 40-ю, пусть меня там ищут. А... Костик, все. Пока. Дима! Дима, подожди! Привет. Ты чего здесь? Я все знаю. Ты ни в чем не виноват. Это все какая-то чепуха. Надо звонить знакомым, кто сможет как-то повлиять. Не надо ничего делать. Ну почему не надо делать? Ну ты что, не знаешь журналистов? Просто они же тебя съедят. Особенно это Краснова. Им только нужна сенсация. Алис, я тебя прошу, не вмешивайся. Дима, ну почему? Ну это же неправильно. Да потому что. Мы должны вместе это решить. Ты во сколько заканчиваешь? Я больше здесь не оперирую. Как? Меня отстранили. Тем более. Так, надо звонить Михаилу Ефимовичу. Нет, мы встретимся и все надо, обсудим. Надо, он что-нибудь придумает. Ну почему тебя не прошу, надо? Успокойся. Ну не почему? Не надо никому звонить. Да потому что я сам должен все решить. Не надо никого вмешивать. Сам! Дмитрий Евгеньевич, как хорошо, что ты не успел идти. Мне Хромов отдал твою операцию, я без тебя не разберусь. Поможешь? Ой, извините. Сам. Ой, как же я забыла. Ты все у нас всегда делаешь сам. Даже сейчас ты хочешь остаться один. Ладно, мне на работу пора. Алис! Дим, извини. Да подожди ты. Алис! Чего там у тебя? Вот, смотри. Значит, вот здесь не понимаю. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Счет, пожалуйста. Хорошо. Алло, да. Михаил Алексеевич, я не приду. Подождите, Светка, почему не придете? Как? Подождите. Ваш счет. Спасибо. Простите, я... Возьмите, пожалуйста. Я Света! Не могу. Спасибо. Свет, подождите, постойте, Свет! Нам не нужно встречаться. Вы не ищите меня, пожалуйста. Здорово, Дмитрий Евгеньевич. А ты какими судьбами? Да вот, есть дело на миллион. Ой, я тебя умоляю, давай не сегодня, давай в другой раз. Сейчас совсем не вовремя, Эдик, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. И вам не хворать. Дим, я тебя очень прошу, поговори с Таней. Это будет правильным для вас обоих. Я очень сомневаюсь. Я вообще-то к вам за помощью пришла. Ко мне? Вам правда лучше этого не знать. Свет, я адвокат. Мне как раз нужно знать все. Я вам не могу этого доказать. Почему, Свет? Вы... Черт. Света! Я не могу. Понимаете? Просто... Нет, Михаил Алексеевич. Света! Вам это не надо. Вы известный адвокат. Свет! А я убийца. Да? Михаил Алексеевич, вы когда будете вас Я не приду, отменяйте встречу. Поняла. Я понимаю, я перед вами очень виновата, но да. Мне стыдно. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, я обязана была проверить все факты, но вот... Да. Погналась за сенсацией. Мне правда стыдно, простите. Просто вы думаете только рейтингом. Дим, ну прекрати. Ну ведь все допускают ошибки. Помогите мне, пожалуйста. Чем? Приходите на мое ток-шоу. Что? Вы издеваетесь надо мной? Нет. Дим, вы хотите, чтобы после этого я уже точно поменял профессию? Чего ты заводишься-то? Ну, Таня хочет все исправить. Исправить ситуацию. Каким образом? Ну, вы сможете рассказать об истинных причинах смерти Грицука. Это же были естественные причины, правда? Вот и скажите об этом. Не знаю. И я сомневаюсь, что это были естественные причины. Вы хотите сказать, что... Я же сказал, я не знаю. Я не знаю. Нужно разбираться. Ну так давайте вместе разбираться. Давайте все-таки разбираться.
Свет, я не знаю, что там ты себе придумала, но Грицук умер в больнице от сердечного приступа. Я убила совершенно другого человека. Человека, для которого я была светлячком. Десять лет назад я сказала ему, что ухожу. Что я встретила совсем другого человека, который гораздо лучше его, который гораздо талантливее его. Сказать это художнику все равно, что убить, да? Я ему такого наговорила. А я его чувствовала. Я его чувствовала как себя. Как себя. Когда ты знаешь, что человек тебе доверяет, ведь это так просто сделать ему больно. Так просто его. Но ведь так лучше, правда? Так проще. Как, Свет? Разрушить жизнь всего лишь двух людей. Его и мою. Это лучше. Лучше, чем пожертвовать всей семьей, всей своей семьей. Это все из-за Грицука? Из-за отца. Я вообще 100 лет в кино не была. 8? Будешь? Да, сестренка, опоздала ты на свидание. Кто это писал? Ты что, заснул, что ли? Я тебе предупреждал, что я засну. Да. 3 операции отстоял. Это у вас работа умственная, а мы люди простые, мы работаем руками. Ну, прости, пожалуйста, я просто хотела тебя отблагодарить. Мне только кажется, что ты занята, загорелась. Ты о чем? Ну, он хотя бы выслушал меня. Ой, дрянь. А, ты о Димке? Да. А, да, обращайся. Ты чё? Ну, у меня тоже ненормированный рабочий график. Так что теперь моя очередь. Досмотришь, расскажешь потом. Ну все, сходили в кино. Отец был начальником в Минсельхозе, а потом он... Он оступился. Он просто принял неверное решение, и ему грозил срок. Он тяжело болен, тюрьма бы его просто убила. Но ведь твой отец не сидел? Помог друг семьи. Грицук. Он все уладил. В обмен на меня. Но почему ты жила с ним столько времени? Ведь дело твоего отца закрыли. Потому что если бы я сбежала, то дело отца открыли бы заново. Там просто речь шла об очень больших деньгах, о сотнях миллионов. И дело не имеет срока давности. Ну все, не плачь. Теперь все позади. Ложись сюда, ложись. Ой, не стыдно тебе так надираться. Не твое дело. Просто не могу смотреть на эту шубу трезвыми глазами. Просто поспи. А ты? Я с тобой посижу. Девушка, выключите, пожалуйста. Простите. Алло. Таня, ты где? Алло, я не могу сейчас говорить, я в кинотеатре, перезвоню. В кинотеатре? И что ж ты там, Брюш, одна? Пойдешь назад в задницу писать. Нет, не одна. Она ж тебе нравится. Угу, ясно. Нравится. Дома поговорим. И чего Монка нравилась? Ты думаешь, я забыла? Записочка-то твоя старая. Рукописи не горят. Все, тихо.
Маш, Маш, злая. Не такая, как раньше. Ой, смотри, Дмитрий Евгеньевич идет. Наш Долгов идет. Андрей! Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Здравствуйте. С процедур? Как здоровье? Да, спасибо, уже гораздо лучше. В прошлый раз вообще не было сил вас дождаться. А на Грицука вам сил хватило? Грицук? Кто это? Не валяйте дурака, вы заходили к нему в палату. Не понимаю, о чем вы говорите. До свидания. Я же вас так и не отблагодарил. Спасибо вам большое, Дмитрий Евгеньевич. Ну, если б не вы, то сами понимаете. Всего доброго. Андрей, у нас есть запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, как вы заходите к Грицуку в палату. Почему вы пытаетесь это отрицать? А, я туалет искал. Да? Ну, зашел в первую попавшуюся палату, а там этот, как его, ну, Грицук ваш. Mm. Ну, он накричал на меня, естественно. Ну, я как зашел, так и вышел. Еще раз спасибо. Рад видеть. Всего доброго. До свидания. До свидания. Михаил Алексеевич, я все встречи перенесла. Так. Вот график. Посмотрите, ага. Пожалуйста. Здесь еще другие документы. Да, посмотрю обязательно. Угу. А, Оля. Да? Я завтра буду часов в 12, не раньше. Хорошо, я все встречи на вторую половину дня записала. Ну, умница. Угу. Умница. Все, тогда может быть свободно. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. И вам. Угу. Оля! Оль! Да, Михаил Алексеевич. Слушайте, я вам давал таблетки для анализа. Он не пришел еще? Два дня как пришел. А... Извините, забыла вам передать. Где он? О, он в папке. Какой? Должен быть последним. Угу. Все, спасибо, можете идти. Слушаю. Михаил Алексеевич, вечер добрый, Долгов беспокоит. Ваш номер мне Мария Поливанова дала. Послушайте, было бы лучше, если бы вы общались со мной через секретаря. Так я же не против, только ваш секретарь меня с вами не соединяет. Ну, это потому, что я занят. Как только я освобожусь, она обязательно соединит. Надеюсь, вы сейчас не бросите трубку? Уверен, что вы мне тут же перезвоните, так что я вас слушаю. Таблетки, Михаил Алексеевич. Что с таблетками? Вы, я так полагаю, про результаты анализа таблеток Грицука? Именно. Я его получил. И? Это нитроглицерин. Мы оба знаем, что вы лжете. Дмитрий Евгеньевич, я устал от вашей беспардонности. Я хочу взглянуть на заключение. Не понимаю вашего интереса. Я разве должен перед вами отчитываться? Нет. Но, по-моему, в наших общих интересах, чтобы это не стало достоянием прессы. До свидания, Михаил Алексеевич. Привет. Я уже собиралась выходить, ты бы позвонил. Что? Что-то случилось? Нет, нет, все в порядке. Просто не выспался. Кофе? Нет, спасибо. Я сказал Чермаку, что нашел наследников ввиду переговора, чтобы он не начал выспрашивать.
Свет, я... Я всю ночь не спал. Я просто хочу понять. Ну, ладно, сначала ты... Хотела помочь семье, отцу, но потом, 10 лет. Неужели ты никогда не хотела ничего изменить в этом безумии? Неужели ты не пыталась что-то сделать? Хочешь спросить, не желала ли я смерти мужа? Да, я 10 лет прожила в ожидании, что когда-нибудь это все должно закончиться. И... Да. Я пыталась. Я пыталась. Что? Света, что конкретно? Собрала на него компромат. Все документы, все его темные делишки, листочек к листочку. Все. Я думала, что перед этим он отступит. И у меня наконец-то появится моя долгожданная свобода. Ведь он подставил отца, как выяснилось. Ты все это узнала и решила? Да. Да, я мечтала прикончить проклятого старика. Ведь ты об этом меня спрашиваешь? Я придумывала тысячи способов, как его убить. Я просыпалась и улыбалась от счастья, когда мне снилось, что он мертв. И... Да, я пыталась это сделать. От первого до последнего. Пыталась. Слово. Не смогла. Духу не хватило. А компромат? Не пригодился. Идем? Да. Я тебя довезу. Не надо, спасибо. Почему? Просто не надо, и все. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте, Татьяна. Что-нибудь закажете? Да нет, спасибо. Я обдумал ваше предложение и готов участвовать в вашем сеансе разоблачения. Только я должен понять, кого мы будем разоблачать. На это нужно время. Ну, это как раз не проблема. Времени у нас теперь предостаточно. Что-то случилось? Ток-шоу закрывают. Кто-то надавил сверху? Ну, насколько мне удалось выяснить, видимо, кто-то из героев Грицука. Получается, его фантазии не так уж безобидны. Книга, конечно, бредовая. Но задачу она свою выполнила. Он хотел эпатировать, привлечь к себе внимание. Но с другой стороны, может быть, действительно он обладал какой-то информацией, которую собирался афишировать. Вы думаете, его заказали? Боже мой, Дима! Прости, где вы ходите? Я вас уже полчаса здесь караулю. Слушай, ты меня напугал. Да в магазин я ходила, у нас в холодильнике шаром по коте. Алиска на работу ушла с утра, ну а Викуся в деревне на даче. Дим, ты ничего мне рассказать не хочешь? Димка, у тебя семья рушится, ты не понимаешь? Я понимаю. Манечка, я все понимаю, правда. Нет, я нет, вот не понимаешь, какое имеет к тебе отношение весь этот детектив. Да непосредственное.
А что, если Грицук умер собственной смертью? А медсестра просто оступилась и упала. Ну, бывает такое, оступилась, бывает, да? Ну, бывает, ты-то тут при чем? Да при том, что если Грицук умер своей смертью, то он умер от болезни, которую я просмотрел. Я должен это выяснить, понимаешь? Но, с другой стороны, если мы исключаем неизвестного нам сына Грицука, все сводится к его жене, Светлане. Во-первых, влюбленный в нее адвокат Глебов врет про таблетки. Ну да, во-вторых, она сама что-то там скрывает с этим Андреем Кравченко. Именно. И любой из них может иметь непосредственное отношение как к убийству Грицука, так и к покушению на Екатерину Семеновну. Вывод. Мне необходимо поговорить со Светланой. Помоги, она меня не пустит. Приятного аппетита. Татьяна, сядь, пожалуйста. Пожалуйста, сядь. Твое поведение переходит уже всякие границы. Мало того, что ты ночуешь на работе, что недопустимо, ты еще позволяешь себе с кем-то там ходить в кино. Коленька, ну я же объяснила тебе ситуацию. Человек мне очень помог, и я просто решила его отблагодарить. В общем, я поговорил с психологом. Он сказал, что отношениям нужна передышка. Поэтому я сегодня приезжаю к родителям, а у тебя будет время обдумать свое поведение. Все, точка. Ты серьезно? Ну ладно. Ритуля соберет тебе вещи. Хотя знаешь что? За своими вещами ты приедешь завтра. Что это значит? А это значит, что я не хочу тебя видеть. Все. Точка. Танечка, подожди, ведь я же люблю тебя. Если я совершал ошибки, это были ошибки из-за любви, Таня. Пупсик, подожди. Я все уже услышала от тебя. Спасибо, хватит. Танечка, я прошу тебя, возьми себя. Я не могу я больше притворяться. Я не понимаю, почему я должна жить твоими интересами, твоей жизнью. Я хочу не жить моей, своей жизнью. Нашей. Ты знаешь, сколько сил я угрохала на то, чтобы жить вот этой жизнью? Мне надоели твои капризы, Коля. Все, хватит, край. Танечка, ты только не волнуйся. Я прошу Ритуля, тебя, только не волнуйся. Вы-то куда? Ой, замолчи ты. Почему я должна перед ним оправдываться? Я не понимаю. Я перед ним. Ритуль, ну почему? Ты не должна. Я не должна перед тобой оправдываться. Ты понял меня? Таня, я с тобой. Вещи свои не собрала. Танечка, ты же сказала завтра. Я могу помочь. С большим удовольствием. Не надо, ну. Здравствуйте, Анна Юрьевна. Здравствуй. Светочка, а ты гостей ждешь? Нет, а что? Да тип какой-то здесь терся.
Мань, слушай, ну как-то неловко. Она ждет тебя одну, тут и я такой, здрасте. Может, все-таки предупредить человека? Дим, ты с кем хочешь разговаривать? С ней или с Глебовым? Если с Глебовым, давай будем предупреждать. Предупреждаем? Не. Да? Это... Маня? Привет! Да, Мань, заходи. Смотри на меня. Вот гаденыш. Что им нужно было от тебя, Насов? Ты человек. Сначала удираешь, потом спасаешь. Может, все-таки скажешь, Андрей, ты кто? Я тот, кому вы спасли жизнь. Что ты хочешь от Светланы? Я же сказал, что не знаю никакого Грицука, ни его жены. Ай, ай, вот ты проговорился. Откуда ты знаешь, что она его жена, а? Говори, я все равно все узнаю. Так только не вырубайся, слышишь? Слышишь? Все... Не отключайся. Черт. Алло, скорая! Досталось кольчики, да? Давно пора. Без него было лучше. А ты Макс. А вы кто? Эдуард Владимирович. Я друг твоей мамы. Вообще-то она мне нравится. Мы собирались поужинать вместе, но она позвонила, сказала, что все отменяется. Ну вот, пришлось приехать. Не вовремя мы приехали. Ну, не скажи. Вон, смотри. Ключи отдай! Ах ты, паразит! Сейчас этот концерт закончится. Да идите вы! Сам иди! Глаза бы на тебя не видели. Это ж надо, а? Паразит. Так, вот. Держи. Зачет. Скажи маме, как успокоиться, пусть выходит. Ладно. А вы кто такой? Сам справишься? Да, справлюсь, справлюсь. Конечно. Спасибо, что позвонил. Ну, тогда пока. Пока.
Спасибо. Давай, 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 давай. Он забрал папку. И ни денег, ни драгоценностей? Нет. Кому это нужно после смерти твоего мужа? Я не знаю. Там были имена, документы, все его подельники. Кому-нибудь из них и нужно. Ну, он же все подробно описал в этой своей книге дурацкой. Я не знаю. Я ее не читала. Я же никому о папке не говорила, кроме тебя. Угу. А мне зачем кому-то об этом рассказывать? Я не знаю. Ты работаешь с известными людьми, некоторые из них там упоминались. Ты должна мне верить. Иначе зачем мне вообще вся эта история? Только ради тебя. Ты должна мне верить. Знаю, идет операция. Так все будет хорошо, поняла меня? Настраиваемся на лучшее. Я даже не знаю, что произошло. Господи, Димка, ну как же так? Да я знаю, что произошло. Мы пошли к этой жене Грицука, просто у Димы, как обычно всегда, были какие-то к ней вопросы. Там оказался грабитель. В общем, Димка побежал за ним, я осталась этой Светой и просто... А я вот знала, что добром все это не кончится. Алиса, он, между прочим, Свету спас. А ты тоже помогаешь ему в этих дурацких расследованиях, а? Значит так, помогаю ему не в расследованиях, а в первую очередь я помогаю тебе, а потом уже ему. Прости меня, Маня, прости. Я сама не понимаю, что говорю, прости. Успокаивай. Дима! Димочка! Не надо, он не слышит ничего. Василий Петрович, ну, как он? Ну, все обошлось, Алис. Утром он придет в себя. Спасибо вам. Слава богу, кто-то там на месте ему помог, перетянул артерию. Выяснили, кто это был? Неизвестно, Василий Петрович, скоро не дождался. Жаль, доброе дело сделал, иначе... Что? Истек бы кровью до приезда скорой. Угу. Когда у следователя возникнут вопросы, пусть звонит лично мне. Ну, я в любом случае завтра... До свидания. Заеду в отделение. Ну, я думаю, тебе стоит поехать со мной. Нет, Миш, спасибо, не надо. Свет, но здесь небезопасно. Я думаю, он взял, что хотел, и больше не вернется. А если нет? Мы не знаем, кто это, зачем он приходил. Там 5 замков и щеколда. Я запрусь изнутри. Позвони, если понадоблюсь.
Андрей! Остынет же! Андрей, иди ужинать. А что случилось? Все в порядке, Наташа. Все в порядке. Мне уйти? Нет. Девонька.